Наконец-то у нас появился первый сингл, как я понимаю, да, Dying to Life. Это первый сингл из альбома Варсква, который должен познакомить слушателя с новой эрой творчества артиста. Да, мы ждем на самом деле уже давно эту историю. Big Baby Tape, Dying to Life, produced by Big Baby Tape, альбом Варсква. Да, интересная такая у нас обложечка, непонятная эта обложечка непосредственно с альбомчика или нет, да. Здесь на самом деле давно уже происходит история о том, что ребята, вот видите, да, вот здесь история есть уже, да, то есть зрители уже активно оценивают, там десятки рецензии risazatvorchestvo.com, вы тоже это можете делать и до стрима, после стрима, трючок там висит всегда, да, можете заходить, смотреть. Вот если мы тут пролистаем, вот так, допустим, вот вы можете видеть, здесь 70, порядка 70 оценочек, да, у этого трека уже есть, и они висят до стрима, вы можете это сделать. Так, погнали. Погнали, друзья, слушаем, да, что тут у нас есть. Должен познакомить, да. В треке сэмплирована композиция, которая звучала в фильме «Амели». Для русскоязычного слушателя этот сэмпл в первую очередь знаком из мемного видео под названием «Стимул Дис на Дёрти Монка». Тейп рефлексирует о том, какое место в его жизни заняла боль и как через нее он осмысляет жизнь. Серьезно. Тизер альбома с этим треком вышел 5 апреля 2023 года в всех соцсетях артиста. 5 апреля 2023 года в своих социальных сетях опубликовал анонс альбома «Варсква», вдруг он звучал отрывок этого трека. Позже он опубликовал второй отрывок этого трека 11 сентября 2023 года, назвав дату релиза 15 сентября. Да, написал Big Baby Tape в Effective Records. Based in Moscow, фанат Кирилл. Effective Records, копирайт, и, короче, здесь, да, звонка Effective Records. Так, вот это история. Пам-пам-пам. Давайте посмотрим, что это такое. Что это такое? На площадке Яндекс тоже, да, Effective Records, Dying to Live. Здесь, конечно, этот рычок выбирали, голосовали за него. Вот здесь, да. Всегда у нас голосование на порядке синглов или на прослушивание сингла. Здесь, в Телеграм-канале, можете заходить, конечно же, и ждать стримчанский, голосовать на стримах. Слушай внимательно. Да, let's go. Насыщенная драм-партия, фишка тейпа, да, как битмейкером. Эй, 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 это Lil Tape вместе с Дрейком. Но я не с Дрейком. Я хочу, чтобы они взяли эту боль от меня. Я влюбился в эту схему, в бенда был до утра. Надеюсь, ты меня так любишь, как я люблю тебя. Я умираю, чтобы жить мне тяжелее дышать. Пусть ибо тебя засладят, если я скажу им. Нам любимый, я катаюсь, кинул стакан один. Бензин, не OVO, это бензин, а он с Дрейком. Тут экстендер, магазины, мои клипы, линейка. 2005, первый класс, и я стою на линейке. Я не мог себе представить, что потом буду трепить. Бензин, baby, я об этом, я живу эту жизнь. И становлюсь холоднее, я разучился любить. Я умираю, чтобы жить. Им это не объяснить. Я умру за этот shit. А это значит, что я жив. Бензин катает этот бит. Помолился, и я сделал хит. Я умираю, чтобы жить. Сделал длинный путь, могу лить на вулпиньон. Сегодня я не пью, трезвый на интервью. Да, им нужен тейп, и я его даю. Запрыгнул на УВИ, я гибнул на меню. Я имею вижу, и я имею вью. Мои друзья сидят, я хочу их видеть тут. Все это боль внутри меня, раз они не поймут. За эти деньги нас не меняют, они меняют мут. My homie bonus, я скучаю, увидимся в раю. Что хотели, то купили, но мы не копили. Пару милов на винир, я теперь гасил. Песнерога не текил, получая скрилл. Поздравляю Кизи, новый дом он копнул вилл. Я влюбился в грязь, я не могу закончить сип. Отчим мне сказал, что никогда не бросит флип. Делать эти милы, это моя стиль. Бэйби на мне глизит, пора я ебну ближе. Я оставил блистер, не кидая 30. Бензин гэнг офишн, ранний гуськов министр. Я про деньги мистер, я про деньги быстро. Автомат транслятор, у него есть хуй и сиськи. Я умираю, чтобы жить. Ровненько, но хорошо реализовано. Чё придумал, сделал хорошо. Рад
радует очень сильно то, что, что касается работы с ритмом, сделано не бросово. В том плане, что да, оно достаточно долго, тейп работает достаточно ровно и долго, но при этом он очень хорошо справляется с выбранным темпом. То есть он прям как автомат сидит на бите. То есть он прям очень точно отрабатывает каждую строчку, это реально видно, это очень хорошо. Что касается громкости самой капы, высокие не подняты, но они особо не должны быть подняты, потому что должно быть мясо, потому что сама драмка и инструментал, он не туда, да, не дарк-трэповая вся вот эта история, да, и тайповая, опиумная и прочие вещи, где очень много высоких, где пилы там на сумасшедших происходят, всякие рейджи, да. Тут у нас мягенький такой, мягенький вайбик. Нарочито поднятая драм-партия, при которых, в принципе, тейп всегда звучит достаточно фирменно. Вот. Трючок в целом, знаете, просто по восприятию он лег хорошо. Нет ощущения хитовости какой-то большой, но нету никакого отторжения от этого трека. Просто на уровне того, что он по форме и по биту не прям там хит сумасшедший. Вот в чем дело. Сделан он хорошо. То есть, если тейп, в принципе, подошел наконец-то, да, наконец-то он подошел с качеством флоу и качеством того, как он будет ложить на инструментал свой голос. Вот так, если это будет выглядеть. Если все треки на альбоме будут звучать так. Как будто бы это будет очень неплохо. Реально, очень неплохо. Трек сам по себе неплохой. Неплохой. Какой же плохой бит, он прям по-старому звучит, как будто новичок делал. Ну, ровненько, да, ровненько он звучит, я говорю. То есть, сама задумка бита, сама задумка структуры текста, она звучит просто нормально. Просто нормально. Очень тихо звучат вот эти идлибы, которых практически нет. Не знаю, возможно, это дело в мастере в целом, да. Не знаю, дело в свидосе это или в мастере. Немножечко тиховато. Ну вот просто элементарно. Мы слушали предыдущий трек, он тоже как бы не рейч никакой, ничего там, Heron Water, к примеру. Там чище все звучит значительно. Вот. Не, я не знаю, что вы хейтите. Как бы нормально он зачитал. Как MC он сделал хорошо. У него такая задумка. Хейтить задумку – это, ну, не лучшая история. Что касается там актуальности по дату, по дате, по времени, оно может быть по-всякому. И если даже он будет делать звучание там свое фирменное или какое-то предыдущее, это не значит, что он должен делать у нас рэч обязательно, дарк трэп и тайп, да, опиум и прочие вещи, дарк электроник трэп, супер трэп, нью джаз. Нет, он должен делать то, что он хочет делать, и главное, чтобы он это делал хорошо. Ту же самую претензию, которую вы хотели выкатить Роме 163-му, это не актуально. В том плане, что типа, вот зачем он делает то-то. Ну да, трендовость, актуальность, что касается наших оценок, возможно, это не 5 баллов, да, но кому не похуй. Вот, поэтому, не знаю, в рамках жанра неплохо справился. Неплохо, реально. Больше всего обращаю внимание на то, как это звучит, как от MC, да, в первую очередь. Свидос нормальный, просто нормальный. Не хочется отнять балл, не хочется добавить балл за частоту звука, за качество звука. Ровненько идет. Да, я умираю, чтобы жить. Я умираю, это щит. Это значит, что я жив. Ничего, это ты по тексту более-менее. По сути передал Мицуд Бензек, это этот бит. Я сделал хит. Помолился, я сделал хит. То есть он, в принципе, да, вот он показывает историю того, о чем он даже говорил, в принципе, на вьюшках, которые мы смотрели, касательно того, что он читает молитвы, да, он как бы человеком стал таким набожным. Я умираю, чтобы жить. Ну, круто, да, то есть у нас тут человек более взрослый, вот, по крайней мере, да. Тут, конечно, репрезент так или иначе есть, да, Бензы на бите были на плите, они празднуют дни, когда я в городе, Доширак, Шефере Миньон, да, у нас репрезент тут такой с флексом. Длинный путь, могу там лить периньон, сегодня петрезан на интервью, нужен тейп, даю. В новый веб, я хитон, вини, у меня вижен, я имею вью. Неплохо, мои друзья, да, вид. Сидят, видите, это больно три меня. Неплохо, панч, кстати, они не поймут, эти деньги нас не меняют, они меняют мут. Тоже неплохо, панч, они уходим из голода, все скучаю, видимся в раю. Что-то купили, но мы не копили. Пару минут на винир, я теперь красивый. Ну, как улыбнуть строка норм.
Сирок не текилу, получая скрил. Ты говоришь о том, что позволили сирок, да, получаемый сорта винограда, да, да, скрыл винограда денег. Популярность благодаря номинатору Кодек Блэка. А вот я не припомнил этого Кодек Блэковского жаргона, да, скрила. Скрытиного дома, кабин, вилла, где грязь. Мы закончим сыпать. Сказал, никогда не брось флипать. На эстезе, ну, вблизи. Даня Гуськов, угу. По деньги, мистер, по деньги, быстро. Хуй, сиськи, да. Интрушечка, здесь не задушил. Бриджик, припев. В принципе, по структуре вообще хорошо пошел до, вероятно, второго куплета. Сейчас еще раз послушаем внимательно, чтобы ехать в эту историю. Да. Бриджик, куплет. Нормально, нормальная структура. Хорошо реализовано, постарался. Нормальная структура. Да, тяжело дышать. Вот здесь я скажу им. Мне любимый катайский на стакан один бензин of you это бензино с Дрейко. Так что до магазина мои клипы линейка. Ну такой, да, в принципе. И вордплей, да. Первый класс я стою на линейке. Я не могу себе представить, что потом буду трепить. Бензо бэби, об этом живу. Это жизнь сунь холоднее. Я научился любить. Чё-то. Реально. Второй куплет немного, да, немного второй куплет, как будто поддушнивает. Так, слушаем еще разочек внимательно. Давай без текста. Эй, это Lil Tepi вместе с Дрейко. Но я не с Дрейком. Я хочу, чтобы они взяли эту боль от меня. Я влюбился в эту схему, в бенда был до утра. Надеюсь, ты меня так любишь, как я люблю тебя. Я умираю. Что касается того, как слышно, вот здесь, допустим, в интрушке, да, у нас, по сути дела, ну, в первом куплете, да, Идлибы слышно хорошо, по панораме слышно хорошо, правильно, и по балансу все четенько, все отлично, все нормально слышно здесь их. Чтобы жить мне тяжелее дышать. Пусть ибо тебя засладят, если я скажу им. Нам любимый я катаюсь, скинул стакан один. Бензомани, OVO, это бензин, он с Рейко. Тут экстендо магазины, мои клипы линейка. 2005 первый класс, и я стою на линейке. Я не мог себе представить, что потом буду трепить. Бензо, бэби, я об этом, я живу эту жизнь. И становлюсь холоднее, я разучился любить. Я умираю, чтобы жить. Им это не объяснить. Вот первая минута прям супер. Вот прям вот кайф, реально. Вот прям супер вообще. Прям кайф. Вот это вся история тоже. Я умираю, чтобы жить. Я умираю, чтобы жить. Бензин на бите, были на плите. Они проснут тот день, когда я в городе. Я ел доширак, шеф для меня. Сделал длинный путь, могу лить на волпиньон. Сегодня я не пью, трезвый на интервью. Я им нужен тейк, и я им отдаю. Запрыгнул новый вид, я гибнул на меню. Я имею вижн, и я имею вью. Мои друзья сидят, я хочу их видеть тут. Вся эта боль внутри меня, но сами не поймут. За эти деньги нас не меняют, они меняют мут. My homie bonus, я скучаю, увидимся в раю. Что хотели, то купили, но мы не вот гобили. Пару мелов на винир, я тебе гасил. Песню рога не текил, получая скрилл. Поздравляю Кизи, новый дом он как мувил. Я влюбился в грязь, я не могу закончить сип. Оджи мне сказал, что никогда не бросит флип. Делать эти милы, это моя стези. Бэйби на мне глизит, подойди и ёбну близит. Я оставил блистер, не кидая 30. Бензо гэнг офишер, Даня Гуськов министр. Я про деньги мистер, я про деньги быстро. Автомат трансцендер, у него есть хуй и сиськи. Я умираю, чтобы жить. Им это не объяснить. Возможно, сэмпл душит людей. Да. Но с другой стороны, он решил переосмыслить, да. Мири изучал фильмы, займем новое видео. Сендер Тимонка, да.
Поэтому тут, в принципе, это задумка такая. Тут это никакого проеба здесь нет. Такая вот задумка. Задумка, она, в принципе, реализована. Не знаю, неплохо. От 1 до 10 чат можете поставить, а я попытаюсь этот трючок оценить. Да. Здесь он есть у меня, конечно, да. Угу. Потому что на сайте он уже оценен. У нас новая форма, по которой мы оценим треки, которые уже есть на сайте. Да? Давайте поставим его и попробуем оценить. Я вам скажу так, смотрите. В принципе, у артиста всегда есть бесконечная вилка, за счет которой его могут хейтить абсолютно любого артиста. Что это происходит с каждым, там, с Ровой последним альбомом или там с кем-то еще другим. Если он продолжает делать свой звук, все пишут, что он делает старье. И делает то же самое, остался там, где и был. Если он делает новый звук, все пишут, что раньше было лучше, и прыгает на новые фирменные стили, которые популярны, гонятся за хайпом. То есть на срач обращать внимание смысла нет никакого. Имеет смысл артисту делать то, что ему нравится, но хорошо, вкладываясь в это с душой и техникой. Да, вот все. Поэтому сделает новый, представьте, это был бы там, не знаю, рейдж какой-нибудь. Все сказали, о, ебать, полез, как бы, где фирменный тейп, где его интересные драмки пробивающие, бас глубокий, где же ты тейп, где же мы так скучаем за Dragonborn, мы за всем, блядь, подряд скучаем и за Худричем, и за всем, да, ты делаешь какую-то новую хуйню. Сделал вот это, говорят, что это старая хуйня, поэтому вне зависимости от того, что говорят, главное, чтобы это было хорошо, чтобы это было хорошо, все. Трекайте за последний неудачного сингла, который... Ну, если у кого-то тянется шлейф каких-то предыдущих, да, аспектов. Типа, что если это было вот так, знать это вообще нихуя не значит. Один сингл может быть такой, другой совершенно другой. Один поступок человека может быть такой, другой совершенно такой. Трек такой, другой. Там, блядь, сегодня тепло, завтра жарко, все. Если вы начинаете помнить какую-то хуйню и тащить ее до бесконечности от того, что в зависимости от того, что, а вон тогда это, вы не сможете воспринимать новые ни вещи, ни события, ни людей, ничего в жизни. Вы всегда будете тащить гору какой-то хуйни и жить в ней до бесконечности. Хорошая работа, реально. Чтобы жить мне тяжелее дышать, пусть ибо тебя засадят, если я скажу им. Нам любимый, я катаюсь, скинул стакан один. Бензин, OVO, это бензин, он с рейко. Тут экстендо магазины, мои клипы, линейка. 2005 первый магазин, мои клипы, линейка. 2005 первый класс. Охуенно залетел в 2005. Мои клипы, линейка. 2005 первый класс, и я стою на линейке. Я не мог себе представить, что потом буду трепить. Бензин, baby, я об этом, я живу эту жизнь. И становлюсь холоднее, я разучился любить. Я умираю, чтобы жить. Им это не объяснить. И я умру за этот shit. А это значит, что я жив. Бензин катает этот бит. Помолился и я сделал хит. Я умираю, чтобы жить. Я умираю, чтобы жить. Бензин на бите, были на плите. Они празднуют тот день, когда я в городе. Я ел доширак, шеф для меня. Сделал длинный путь, могу ли... Красавчик, красавчик. Очень ровно, очень точно держит харизму. Нормально. Я вам отвечаю, это хороший трек. Да. Сегодня я не пью, здесь вы на интервью. Да, им нужен тейк, и я его даю. Запрыгнул новый вид, я гибну лавиню. Я имею вижу, и я имею вью. Мои друзья сидят, я хочу их видеть тут. Все это больно, ты меня, раз они не поймут. За эти деньги нас не меняют, они меня отмут. За эти деньги нас не меняют, они меня отмут. За эти деньги нас не меняют, они меня отмут. My homie born, я хочу их видеть тут. Все это больно, ты меня, раз они не поймут. За эти деньги нас не меняют, они меня отмут. My homie born, я скучаю, увидимся в раю. Что хотели, то купили, но мы не копили. Пару миллов на винир, я тебе гасил. Чуть-чуть около Кизару, такого легкого, да. Получаясь крил, поздравляю Кизи, новый дом он как мувил. Я влюбился в газе, не могу закончить сип. Отче мне сказал, что никогда не бросит флип. Делать этим. Сведение в целом хорошо. Отлично, 9. Отлично. Мил, это моя стези. Бэйби на мне глизи, пора я ебну.
Идлибы некоторые, звучание в целом, чуть-чуть узковатая капа, нормально. Дабл-таймы кое-где хорошо, ровно сделаны. Не знаю, насколько уместно они в рамках этой строки были, да, но это скорее ритмика. Ритмика... Так, сейчас. Первые полторы минуты вообще круто, реально. Первые полторы минуты очень круто. Так. Потом длинно, наверное. Знаешь, вот еще бы, мне кажется, можно было что-то добавить в припев поярче. Этот вокал, да, бэк-вокал интересно садится. Но как будто поживее, чтобы это была история прям дико концертная. Это флексовая вещь, под нее можно, в принципе, потанцевать. Это не руина, это не хочется выключить. Это, в принципе, даже отчасти хочется репетить. Хороший трек. Хороший трек, качество несравненно лучшего, чем то, что мы слушали до этого, выходящее от тейпа. Эта тема как будто действительно должна быть его магнум опусом, и он старается для этого. Я оставил блистер, не кидаю 30. Бензи гэнг офишер, Дэнни Гуськов министр. Я про деньги мистер, я про деньги быстро. Автомат трансцендер, у него есть хуй и сиськи. Я умираю, чтобы жить. 4-5 баллов, я не знаю, вот субъективно, за счет того, что очень сильно давит сэмпл и несколько однотипно идет инструментал, не дает возможность трек просто, ну, типа, дико закачаться, да. Припев тоже не прям разъебочный. То есть очень субъективно с точки зрения там отсутствия внутреннего какого-то погружения именно вот на атмосфере вайбе. Но 4 балла меньше точно нету, да, 100%, на мой взгляд, потому что здесь все сделано хорошо. Просто трек 2.45 достаточно таки долгий, да, и нет хитового припева, вот все. То есть эта история сделанная хорошо, но это не прям бомба трек. Надеюсь, дальше синглы будут сильнее. Но это хорошая работа, реально, это хорошая работа. Здесь, что касается тренда, 3-4, думал об этом, честно. Как будто не то, что там не бумбэп, просто какой-то жесткий, да, 3-4, друзья, 3-4, не знаю, тизер бы чекнуть, ну, посмотрим. Да, трэпчик. Да, слышно, конечно, что это не 23-й год звучания, 100%. Насчет четверки, не знаю, друзья. Тэпа-3, честно, вообще не слышу. Тэпа-3, ну вот, да, как бы, ближе к 4 трэп. Тренд может 3, но вайб точно 5. Ну, тут 3-4, не знаю. 3-4, ладно, здесь я сомневался, оставил 4. Пусть здесь будет так, да. Так, рифмы и образы. Так, трэпить, жизнь любить. Сейчас. Чтобы жить, объяснить. Сделал хит. Спасибо большое здесь, что не задушил нас, да. То есть сделал разные четверки. Разные четверки, при которых тут вот такая история с идлибами, здесь вот так вот, вот здесь такой три строчки, да, у нас идет этот бит. И здесь повторение, одно с идлибами, одно так. Продуманная песня, базару нет. Блин, ну прийти, там парам-пам-пам. Да, тут там так, бежите, окей, живу эту жизнь, не надо залюбить. Угу. Нормально. 7-8 баллов. Да. Нормально. Много неймдропингов есть, панчи. Англицизмов, прошу прощения, не неймдропингов. Да, актуальных. Структура, ритмика. Ну, есть ощущение затяжного куплета и постоянно нудящего сэмпла. Вот реально. Но 8, тем не менее. Тем не менее, вот я думаю, что субъективно 8, да, здесь как будто можно 9 поставить, потому что это и внутри большого длинного куплета есть разнообразие, и парты сами по себе хорошо стоят. То есть у нас реально есть интруха, да, у нас есть эдлибов, достаточное количество разнообразия, бриджик есть, да, не знаю, короче. Да. Так, ну, 8, да. Индивидуальность, харизма. Отлично, живо, верю, точно.
Не знаю. Вот это его история, да, в последнее время немного, мы начали предыдущие песни Алблака немножечко слышать тейпа в нем, да, но в принципе тейп стоит особняком и свой тембр сохраняет от того, чтобы он прям был дико узнаваем, при этом он тут подает ровно, харизма не плавает в рамках своего стиля, он очень хорошо держится, не знаю, я верю ему. Здесь я верю ему полностью. Да, мне не нравится здесь вот это немного духота, вот эта история, да, тоже такое сомнительно, но я верю тейпу. Все, не знаю. 70 баллов, да, 69 баллов, тем не менее. Спасибо большое. Спасибо большое. Вы, конечно же, можете зайти, как вы знаете, да, вот здесь сайт, обновляем сайтик, можете зайти сюда. Вот трючок, 69 баллов, мои баллы появляются, ознакомиться с работой, здесь нажимаем. Вот, и здесь вы можете, ну, в принципе, тут чуть вот так вот, да, здесь вот так. Понятно, ага, второй куплет, One Love. Да, Чидора идет, ага, здесь. В общем, тут много, много еще. Спасибо большое, ребят, что уделяете свое внимание. На данный момент тейпа у нас нет на сайте, да, вот можете посмотреть, артист не зарегистрирован на сайте. После того, как он будет зарегистрирован, если такое произойдет, вы сможете увидеть лайки фирменные, да, на своих постах, да, на своих постах. Вот тут такая вот история по релизам, все, в принципе, оценено практически, да. Даже старый тут у нас появился, легендарный альбомчик, да, тоже вот ребята его оценили, поэтому заходите, risazatvorchestvo.com, можете вы... кайфовать, короче, да. Кайфовать и делать грязь, друзья. Кайфовать и делать грязь, оценивать работы. Спасибо большое команде. Ждем, ждем, да. Там, вероятно, сложности какие-то происходили с тем, чтобы выходили синглы. Вот, надеюсь, все получилось хорошо. Тизер, да? Тизер, а где тизер? Это тизер? Нет? Нет, это не тизер. Так, сейчас посмотрим. Тизер должен быть где-то. Да, вижу, 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 Дим, вижу, вижу. Спасибо. Сейчас давайте, давайте глянем, да. Давайте глянем, базара нет. Такое прям именно показывает основное качество, да, основное качество тречка показывает. Нет никаких там замороченных аспектов с монтажом. Есть фишечка перехода отсюда сюда, да, и вот она, дубачек, да. Второй студийный альбом. Очень неплохо. Тут прям разъебал. Да, простенько, но со вкусом, да? Он даже здесь не стал включать огромное разнообразие для того, чтобы просто кайфануть. Да, для того, чтобы просто кайфануть и показать, короче. Ну, спасибо, да, спасибо. Ждем другие синглы. Вероятно, еще будут синглы перед выходом альбома. Наконец они начали выходить. Это кайф.